если правильно подставить формулу x вместо q, то можно доказать, на самом деле много всего можно доказать, но можно доказать в том числе такую вещь. Произведение, когда n больше или равно единице, единица минус q в степени n разделить на единица плюс q в степени n, это есть сумма, взятая по всем целым числам, минус 1 в степени L умножить на Q в степени L квадрат. Но другими словами, это будет единица минус 2Q плюс 2Q в четвертой минус 2Q в девятой плюс 2Q в шестнадцатой, ну и так далее. Давайте сделаем такую упражнение. В нижнюю строчку подставить X равно q в степени минус 1. Я не очень в это верю. Объясняю. Минус q в степени минус 1. Объясняю почему. Потому что здесь у нас будет q квадрат, если получится. То есть подставить в качестве x q минус 1 может быть и имеет смысл, но не получится q квадрат. Нам нужно, чтобы здесь возник q в квадрате. Так? Q в степени L квадрат. А там он почти возник. L квадрат пополам. Вот. Так что надо сделать? В качестве X что надо подставлять? В качестве Q надо подставить Q в степени Q квадрат. Стоп, то есть просто хочешь, чтобы я в качестве Q подставил Q квадрат? Да. Пожалуйста, вот это совершенно не проблема. Давайте делать все получше. Итак, я в то должность, но потом вместо q подставляем q квадрат. 1 плюс q в степени 2n умножить на x, это не проблема. Единица плюс q в степени 2n минус 2x минус 1. И единица минус q в степени 2n. Понятно? Так, теперь она подставила. Все, я еще не подставил. Я еще не все подставил. Я здесь пишу x в степени L, q в степени L квадрат плюс L. Вот так, да. Теперь надо x подставить q в степени минус 1. Вот это неправильно. Минус... Потому что здесь у нас стоит минус 1 в степени. Минус q в степени минус 1. Да, минус 1 крутая. Тогда смотрите, как будет здорово. Здесь у нас вот это вот сократится, и получится в точности вот это выражение. Видите? После подстановки. Здесь будет немножко хуже. А именно, единица минус q в 2n минус 1 степени, единица минус q в степени 2n минус 1, это еще раз, и единица минус q в степени 2n остается. А справа уже получилось то, что надо. Вот давайте я то, что надо, обозначу буквой А. Вот у нас уже действительно получилась эта самая буква А. Да. Осталось чуть-чуть посмотреть на то, что у нас есть. Смотрите, единица минус q в 2n минус 1 и единица минус q в степени 2n. Все согласны, что это вот это и есть. Потому что любое число или четное, или нечетное, правильно? Видите, произведение по всем n, единица минус q в степени n. А здесь произведение по всем n, единица минус q в 2n минус 1 и единица минус q в 2n. Значит, если я посмотрю вот на такие штуки, и если то, если я посмотрю это одно и то же, то вот сюда перейду. Если я посмотрю вот на такие штуки, то прекрасно одно другому соответствует, все замечательно. И осталось посмотреть только вот на что. Здесь выражение 1 делить на 1 плюс q, 1 плюс q в квадрате и так далее, и так далее. А здесь единица минус q в 2n минус 1 степени по всем натуральным n. Вообще-то это тоже должность Эйлера. Давайте вспомним, почему оно верно. Кто-нибудь может это... Понятно, быстро объяснить. Сейчас, ну, там... Давайте я его выпишу обратно. Значит,
Смотрите, просто если я перемножу, я получу единицу. Ну, потому что есть выражение типа 1 минус q, 1 плюс q степени x. Итак, произведение. Единица, деленная на 1 плюс q в степени n, взятая по всем правилам. Мы хотим доказать, что это есть произведение единица, тоже взятая по всем правилам. Один из способов состоит действительно в том, чтобы домножить и там увидеть, как мы все время применяем формулу разность квадратов. Так, а как-то полегче нельзя? Ребята, вас в школе учили формулы разности квадратов. Просто взять числитель, знаете, там будет. Смотрите, что у нас тогда будет. В числителе у нас будет единица минус q в степени n, правильно? А в знаменателе единица минус q в степени 2n. Ну, господа, здесь все разные показатели, а здесь четные. Что будет, когда сократим? Нечетные. Останутся нечетные. Согласны? Нет, можно по-разному это делать, но вот, мне кажется, это просто смысл. Так, сейчас проблема состоящая в том, что уже 9 с небольшим, поэтому еще два упражнения мы не успеем сделать. Но я их успею написать на доску. Доказывать их надо комбинаторно. Произведение единицы делить на единицы минус q в степени n, взятая по всем натуральным, это то же самое, что сумма, взятая по всем натуральным числам, q в степени r квадрат разделить на 1 минус q, 1 минус q квадрат, единица минус q в степени r и весь этот знаменатель в квадрате. Вот это одно замечательное тождество. И другое, такое же симпатичное, оба доказываются комбинаторно. Единица плюс q в степени n, это есть то же самое сумма таких штук. Q в степени r умножить на r плюс 1 пополам, разделить на 1 минус q, 1 минус q квадрат и так далее. Каждый раз надо увидеть, как это, какой комбинаторный смысл там в левой части, в правой части. И у вас, честное слово, все получится.